украшай себя правдой, старайся всякому говорить истину и не подтверждай ложь, кто бы ни спросил. Если скажешь правду и тем подвергнешь себя чему-либо гневу, не скорби о том, но утешайся словами Господа, блаженны изгнанные правды ради, ибо их есть Царство Небесное. Святитель Геннадий Константинопольский. Святой благоверный князь Александр Невский завещал нам любить и беречь свою родину и достойно отстаивать ее на любом поприще. Эти заветы свято хранят в Городецкой епархии. В день памяти святого благоверного князя здесь прошел одноименный футбольный турнир между детскими командами. Это первенство учит мальчишек побеждать не на поле брани, а на футбольном газоне. По православной традиции, такое важное дело принято начинать с молитвы Богу. Божественную литургию в Федоровском монастыре возглавил епископ Городецкий и Ветлужский Августин. Настоящим подарком для юных футболистов стала экскурсия в музей Федоровского монастыря. Здесь ребята узнали много нового о житии святого благоверного князя Александра Невского, а также познакомились с экспозицией, посвященной Городецкой обители. Первенство по футболу прошло в одном из самых живописных мест Нижегородской области, на берегу Горьковского водохранилища. Александровский турнир собрал на своем поле почти 100 восьмилетних мальчишек. Несмотря на столь юный возраст, они уже могут дать фору профессиональным футболистам. По футболу имени святого благоверного князя Александра Невского проходит второй год подряд. По замыслу его организаторов он должен стать прежде всего духовно-патриотическим спортивным мероприятием, которое поможет воспитать молодежь, достойную памяти святого князя. Вы сегодня даже не знаете, как сложится ваша жизнь, но наверняка вы вступите в брак обязательно и родите тоже детей, так как и вас родили ваши родители. Обязательно вы будете иметь профессиональное образование. Кто-то из вас станет, может быть, дипломатом, кто-то станет офицером. Но все мы с вами знаем, что мы живем на поле нашей удивительной матери Родины России. Поэтому все, что вы будете делать в своей жизни, мы желаем вам, чтобы вы делали во славу Бога, во славу нашей церкви и во славу нашего Отечества России, нашей удивительной земли. Турнир по футболу имени святого благоверного князя Александра Невского – это событие по-своему уникальное. Спортивное мероприятие стало возможным благодаря совместной работе Городецкой епархии, администрации района и представителей бизнеса. Оно объединило множество людей разного достатка и социального статуса в решении одной, но, пожалуй, самой главной задачи – воспитании будущего поколения. Часто сегодня мы слышим это слово, и без преувеличения почти каждый себя считает патриотом. Но что кроется за этим словом? Что вкладываем мы в это святое и дорогое каждому понятие? Наверное, во все времена нашей истории, на региональном уровне, на государственном уровне, всегда звучит вот тема патриотизма. Но каждый раз мы слышим один и тот же ответ, одно и то же понимание патриотизма. Это любовь к родине. Но моя большая жизнь меня все время призывает к тому, чтобы много надо размышлять, входить в
понятия термина. И вот, вот эти поиски ответов, что же такое патриотизм, меня привели к тому, что патриотизм в моем понимании и в моем видении – это знание традиций, умение в них жить и готовность отдать за них жизнь, если им угрожает опасность. Вот когда мне приходилось в разных аудиториях, в разных сообществах говорить вот такое понимание патриотизма, всех это очень сегодня устраивает. Но я всегда добавлял к этому, что да, знание традиций очень хорошо, но я всегда говорил, в каких традициях мы будем жить? Что сегодня считать традицией? Традиция, если это свести к самому минимуму в понимании, то, что было, есть и будет всегда. Вот это традиция. То, что не меняется от времени, не меняется от политической власти, от каких-то условий среды. И вот что будет традицией сегодня у нас? Если мы скажем советские традиции, говорят, нет, нас это не устраивает, к нам это уже сегодня не относится. Если мы говорим, возьмем дореволюционные традиции, кто сегодня нам может показать эти традиции, каковыми они были? То, что сегодня показывают в книгах, это недостаточно. Книги, ну, это кабинетная работа. Но если мы обращаемся к реальной жизни народа, а я живу и погружен в реальную жизнь народа, я общаюсь с конкретными людьми постоянно, то мы видим, этих традиций не существует. И вот этот слом советского времени, традиции дореволюционных, а сегодня отказ от советских традиций, вот слово очень сложное сегодня в понимании патриотизма. И вот тогда я ввожу совершенно другое понятие. Православный российский уклад народной жизни. И вот когда я ввожу вот это в основание патриотизма, православный российский уклад народной жизни. Не образ жизни, а уклад народной жизни. Вот тогда здесь мы уже подходим к ответу на этот вопрос. Но для того, чтобы нам организовать этот православный российский уклад народной жизни, а еще уточним, не российский, а, например, в каком-то районе, например, Городецкий район, Городецкий уклад народной жизни, Семеновский, Семеновский уклад народной жизни. Вот тогда мы должны уже совершенно по-другому подойти к этой теме. Сегодня мы нуждаемся в патриотизме. Любовь к родине нужна. Но любовь к родине должна выразиться вот в чем-то таком важном, в чем мы живем, то, что в нас сегодня живет, без чего мы жить не можем, в чем мы живем с нашими детьми вместе, с нашими родными вместе, с нашими соседями вместе. И то, что мы готовы отдать свою жизнь, то, что готовы сегодня защитить. Вот если вот так подходить к понятию патриотизма, тогда я думаю, что мы, наверное, сложим тот патриотизм и будем его правильно понимать для нашей России и для ее будущего. Но вот этот патриотизм, о котором я сегодня с вами заговорил, я сейчас пытаюсь по звеньям вводить его на территории и в пространстве нашей Городецкой епархии вместе с муниципальными образованиями. И вот здесь мы видим, что в одно мгновение, в одном акте это нельзя совершить. Для этого нужно время. Поэтому я думаю, что мы неоднократно вам покажем о началах этих, вот о складывании вот этого патриотизма через введение, возвращение, организацию православного российского уклада народной жизни.